Продолжается у нас пятый тур турнира «Бибудры» у микрофона Дмитрий Сашвили. Момент, первый удар, Стросов, передача на Нестерова. Илья, передача Сэма Иванова, удар, и первый сейв. Все четко, скоро две победы, шесть удар. Задеваем бала, он быстрее, и 1-0, избегает. Я не знаю, перекрыл ли обзор по чеку, но как-то он так... Позиция. 5 замен. Удар Хосе. Нужно, наверное, повыше стрелка силы. Нестор, дальний удар. Опа! Отсыпается Харин. Это редко для него. И тоже быстро поворотом. Иванов хотел обыграть двоих. Обрезался. Кардозе. 2-1. Убегаем. Кардозе. Удар. И гол. 23-я минута. Егоров, ну, сейчас на Балаева пойдет, да, Балаев, будет прострел, и кто там ногу подставит. Удар, и Тучак. Нестеров, удар, и снова Стрелев попадает в штангу. Здорово, Артем стоит на один. Нестеров подливает, бьет за осет, и упадет. Да, Стрелев. Возвращает Егорова. Тут на Нистер схода бьет. Карлосарев подключается. Митрофанов. Дошла передача на нападающего. Удар и первый сейф от Белый контролирует. Но надо сейчас они же не идут. Момент удара. Без Сергеевича нет смысла загрузиться. Сейчас нужно опасно. Нестеров. Ох ты, Илья. Еще успевает даже поболтать. Настолько у них давление. Он успевает даже поболтать там. Удар. Перехват и контратака. Хрущев быстрый, моторный. Достал Медведева, мимо, удар. И так низко находит. Хотя вот нападение. Медведев. Удар. И гол. Для меня на бис. На бис как ручкой положил. Наезд штрафную. Нет. Нет, победа, господи, первая на первой.